В Чебоксарах перед судом предстанут двое граждан. Они обвиняются в покушении на дачу взятки сотруднику ФСБ. Вот, что лежит? Это не кукла, Сань, мы же не дети. Следственным управлением Следственного комитета России по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего официально неработающего жителя города Чебоксары и его 43-летней сожительницы, являющейся адвокатом одной из коллегий адвокатов. Они обвиняются в покушении на дачу взятки должностному лицу в крупном размере. По версии следствия, в период времени с 26 февраля по 10 марта текущего года в городе Чебоксары 45-летний горожанин по предварительному сговору со своей сожительницей инициативно обратился к сотруднику управления ФСБ по Чувашской Республике, полагая, что тот за незаконное денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей сможет оказать содействие в прекращении уголовного преследования о незаконном игорном бизнесе в отношении его знакомой, чьи интересы как адвокат представляла его сожительница. Дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности обвиняемых проводились под контролем сотрудников правоохранительных органов. Адвокат разместила 495 тысяч рублей в индивидуальной сейфовой ячейке одного из банковских учреждений. Ключ передала сотруднику органов безопасности. Действия обвиняемых были пресечены сотрудниками управления ФСБ России по Чувашии и следователями Следственного комитета. Уголовное дело направлено в суд. 45-летний мужчина заключен под стражу. Его 43-летняя сожительница находится под домашним арестом. Им обоим грозят сроки от 7 до 12 лет. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика.